Семья Рудницких. Меня зовут Илья и моя супруга Елена. Мы живем в Краснодарском крае, станица Вышсеблейская. У нас есть сын Данила. В нашей станице тихой улицы никого нет, и растет один ребенок. Дружить ему не с кем. Поэтому все начиналось с того, что где-то есть мальчик, которому не с кем дружить, а у нас есть другой, у которого такая же проблема. И мы решили их объединить в нашей семье. Долго размышляли, но, в общем-то, решились... Даже не окончательно, просто подумали, почему бы вот не пойти, не попробовать подать документы, собрать их и посмотреть, как все сложится. Выбор ребенка дело не быстро. И за это время вот мальчик изменился на девочку, возраст стал меньше. В целом на сбор документов ушло около 8 месяцев. Ну, на весь процесс, от начала сбора документов и до того, как ребенок оказался у нас дома. Ух ты, какой кораблик. В нашем районе детей нет вообще. У нас тут в районе нет детского дома, ни дома ребенка, ничего. Поэтому, когда нам это сказали, мы поехали в ближайшие города, Анапа, Новороссийск. Еще дополнительно смотрели разные сайты. Есть сайт усыновите.ру, например, федеральная база. Показали много детей, и у всех куча-куча заболеваний, к чему мы были не готовы. Это был такой момент, на котором мы могли остановиться. Помогла моя подруга и помогли видеоролики семей, которые уже приняли детей. Очень сильно помогли, потому что мы увидели, что детей с диагнозами, заболеваниями берут в семьи. И как с этим справляются, и что жизнь дальше возможна. Самым большим страхом было то, что у меня уже есть родной сын, и я возьму ребенка, который будет не родной, и мне нужно будет принять их обоих на равных. И я не знала, как я себя поведу в этой ситуации, смогу ли я. Мы переехали недавно на землю, живем в своем доме с землей, и когда первый раз выходишь в поле, ты смотришь, ну, или в огород, да, свой, это земля, она чужая, ты к ней не имеешь, ну, никакого отношения. Но день за днем где-то там у тебя кустик, где-то ты поливаешь, где-то посадили цветочки. Эта земля наполняется твоей же любовью, твоей силой и начинает отдавать, и ты ее уже любишь. Мысленно у меня все это перенеслось на ребенка, что когда я буду ухаживать за ребенком, заниматься с ним, развивающие занятия какие-то, да, мы проводим вместе. Ребенок начинает отдавать вот то, что он принимает от себя любовь и отдает. И получается, что не нужно ждать и сомневаться в том, что полюблю я ребенка или нет. Отдавать и делать то, что нужно, и в ответ придет и собственное чувство любви, и благодарность ребенка в объятиях, в первых поцелуйчиках, когда Катюшка залезла ко мне на руки первый раз и начала целовать в обе щечки. Конечно, после этого невозможно не любить ребенка. Мы планировали взять ребенка 4 лет. Тут были свои страхи, да, как и чего. Ну, а теперь, когда в итоге эта девочка Катя 1,5 лет, ну, с ней нам проще. У нее еще взгляды на жизнь достаточно гибкие. И никаких таких принципиальных проблем.
боялись, как сын примет. Один ребенок у нас в семье, и неизвестно, как он примет другого ребенка. Полюбили они с братом друг друга очень. Конечно, не без детских каких-то проблем. Обнимаются, целуются. Старший брат все время: почему Катю уложили спать? Я хотела с ним поиграть. Это каждый день. Как-то сразу связь установилась между детьми, и это здорово. Когда мы забрали Катю, она очень требовательно просила есть и съедала какие-то неограниченные порции. Невозможно было забрать тарелку, Катя плакала и требовала, чтобы ей докладывали, ходила с большим круглым животом. Когда ее забирали из дома ребенка, ну, просто от нас-то далеко, поэтому знакомиться ее была мама. Катя была знакома с мамой, а с папой знакома не была. И такое чувство, что мужчины для нее были вообще какими-то загадочными существами, которых она там не видела. И поэтому первые две недели на руки к папе Катя не шла вообще. Попытка протянуть к ней руки вызывала рев сразу. Но через две недели как-то неожиданно все прошло, и теперь, наоборот, папе приходится чаще сидеть с Катей на руках, чем маме. На улице она могла подойти к женщине и попроситься на ручки. И также, называя мамой, решается только временем, потому что она все время живет с нами, все время с нами общается, мама укладывает спать, мама качает на ручках, мама кормит. И спустя какое-то время, даже сейчас, она на улице ищет меня взглядом. В детском доме мне сказали: девочка очень боится воды, осторожно ее купайте. Ну, вероятно, так и было. Но мы поехали на море, и она окунала сначала ножки в водичку. Но сейчас настолько полюбила купаться, что может по 20-30 минут барахтаться в воде. Мне очень помогали видеоанкеты, фотоанкеты, просто просматривая истории семей, которые уже приняли детей и живут 2 или 3 года вместе. Служба бесплатной помощи психологов нам помогла. И еще хочется выделить отдельный сайт adoptlove.ru, автор Ольга Митерева. Она дает бесплатные консультации по усыновлению. Тоже нам она несколько вопросов она помогла решить. Тем, кто хочет пройти по этому же пути и взять ребенка в свою семью. Ну, один совет, только один. Делайте это. Без вас сам процесс сам собой пойти не сможет. В общем-то, нужно идти и делать просто. Сначала собирать документы. Это довольно-таки длительный этап, на котором, в общем-то, можно много раз подумать еще и еще. Пообщаться с семьями, в которых есть дети уже. Все проблемы решаемы. Психологи, юристы, в общем, со всеми сложностями можно справиться. Страшно решиться, а когда уже решение принято, то тогда уже просто нужно делать то, что нужно, и все получится. Кто об этом не думал, я не знаю, что сказать. Потому что, на мой взгляд, человек, который смотрит этот ролик, он уже каким-то боком думал, а который не смотрит, он меня не слышит. Человек может, взяв ребенка, подарить радость жизни еще одному человеку.